Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем проверять секретные лайфхаки в игре Тока-Бока. Будем убеждаться, правдивы они или неправдивы. И вообще узнаем много чего интересного. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, вы найдете самые секретные фишки игры Тока-Бока. Именно так. 3, 2, 1... 0. Поставили? Молодцы! Ну, а мы начинаем. Давайте рассекретим все, что можно. Итак, первый лайфхак. Что же нам... Да, мы какой-то номерок скидываем, а потом что? Получаем подарок. Ага, давайте-ка проверим, так ли это. Ну и что, собственно, очки-то зачем? Много-много очков. Итак. Пам-пара-пам. Нам нужен, кажется, пятый. Так, номерки-то сыпят. Вот он. Оказывается, нужно взять пятый номерок. Это именно он нам нужен. Мы его возьмем. И, собственно, на 5-й секунде получим подарок. Где же он? Неправильно. Видите, не сработало. Что-то ты сделала не так совершенно. Нужно было подождать. Неправильно. Так. Итак, что мы получим? Ананас. У нас какой-то еще один фрукт. И смешиваем, получаем коктейль. Давайте проверим. Так, у нас есть классное место для развлечения. У нас есть кокос. Нам нужен еще... Что? Так, отправляемся домой, берем ананас. 2 ананаса. Давайте смешаем. Попробуем, по крайней мере. Сработало! Класс! Так круто это выглядит. Когда это в реальном времени получается. Ты в шоке? Да, я сама в шоке. Это может теперь пить не только самой, но и с друзьями. Сработало, отлично. Итак, что у нас тут? Мисочка. Можем надувать жвачку, правда? Берем стакан. Классная квартира, кстати, отличные цвета. Берем шампунь. Может, не стоит это пить? Не надо. Так, наливаем, собственно, это все в стакан. Кажется, мы сейчас это выпьем. Надо отойти подальше, что ли, потому что стакан остался пустым, а сейчас он, кажется, наполнен. Выпивай! Она выпила. Ну что, пузыри будут? Нет, не сработало. Значит, обман. Не знаю, может, как-то по-другому надо делать. Хорошо, кастрюля, стакан, в кастрюлю выливаем, выпиваем, или не выпиваем, замораживаем, ждем, когда наступит ночь, потом опять наступит, короче, ждем одни сутки, открываем, и что-то там у нас появится, давайте-ка посмотрим. Приветик, берем молоко, клубничное, обожаю клубничное молоко. Приходим домой. А может быть, у нас из этого молока получится какой-нибудь йогурт? Собственно, наливаем это все в кастрюлю. Готовим. Фу, теплое молоко. Блин, теплый молочный коктейль — это самое ужасное, что может быть. Ну ладно, наливаем это все дело в стакан. И... замораживаем. И ждем. Еще ждем. Еще ждем. Настало время. Давай, открывай холодильник. Что-то опять не сработало совсем. Ничего не произошло. Ну, выпей. Ну и как? Нормально? Надеюсь, все с ней нормально. Итак, у нас следующий лайфхак на подходе. Что же там надо сделать? Итак, на почте мы, собственно, да, забираем подарок. Хорошо. Как нам это провернуть в реальности, интересно? Мы нас уже обманули один раз с подарком. Я уже не верю. Ну, вот нам опять показывает этот лайфхак, что нужно нажать туда, и у тебя получится вот такой прекрасный подарок. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, ребята.
Все, казалось бы, довольно-таки просто, но давайте-ка отправимся на почту и проверим, так ли это, нет, подарок тут. Хорошо, нажимаем. Нажимаем на кнопку. Ну да. Да, этот подарок можно забрать. Жмем. Еще один будет? Их сколько вообще? То есть их можно получать бесконечно? Это было бы круто. Сколько хочешь, только и нажимаешь. Вы видели, какая красота сейчас у нас получилась? Так, заходим. Открываем такую, знаете, где все хранятся инструменты. Бам, получаем веер. Новый предмет. Собственно, из дров что может получиться? Отличная корзинка. Кто бы мог подумать, если бы мы этого не сдали, мы бы сами в жизни не догадались, что эти предметы будто живые. А из-за этого можно получить стул. Классно, да? Это работает. Отлично, можно использовать. Опа, можно так сделать. Правда? А можно в реальности проверить это, пожалуйста? Берем, собственно, надувные матрасы. Их что-то тут слишком много. И стол для упаковки подарков. Че ты злишься? Подожди, сейчас чем прикольное. Надеюсь, работает. Может, ты повеселеешь чуть-чуть. Итак, ну... Ну, собственно, мы открыли подарок, у нас там, да. Откройте еще один. Да? То есть это можно вот так делать. Но почему-то она не садится на них. Она не садится на них, даже несмотря на то, что они находятся на высоте. Но она не села на них. Ну, лайфхак, можно сказать, сработал. Не знаю, почему несколько раз пробовали, она не смогла туда сесть. Солнце, не подглядывай за нами, мы тут пытаемся разгадать кое-что, подожди. Проверка проверочная. Бассейны, чемоданы, компьютер, где он? Где он, где он, где он, где он, где он, где он, где он? Я его не вижу. Нету его здесь. А, вот он, все, нашли. Итак, собственно, у нас тут прекрасный есть ноутбук, да? А вот это еще прекрасней. Подходит под цвет твоих волос, это же круто. Садимся, и компьютер у тебя на голове. Ты куда испарилась? Можешь мне сказать, пожалуйста? Вернись назад. Собственно, вот он стоит такой же. Берем новый, розового цвета. Он, кажется, смотрит на нас. Мама дорогая, не смотри на нас, я тебя прошу. Мы стесняемся. Так. Ставим. Вот она, как раз якобы он прям на ней будет сейчас. Ну да, и можно проходить через него, потому что он якобы может быть прозрачный. Собственно, почему у нее здесь нет маленьких зверушек? Они тут должны быть. Идем в гараж, в переулке. Там, собственно, что? Тут целая куча секретов, я знаю. Опа, вы видели такое, как пожарный? Идем в переулок. Берем нашего персонажа, который немножечко похож на ведьму. Ну что, ты запрыгнешь в трубу или нет? Что-то не получается, видимо, не работает этот лайфхак. Ну, видимо, не работает. Она не сможет спуститься как пожарный, потому что она не залазит в трубу. Да блин. Ой, ужас какой. В общем, написано, что работает только на iPod. Тут не работает вообще ни с каким персонажем, посмотрите. Ну ладно, будем знать. Но это где-то работает. Не везде просто. Берем вилки. Вилки, да, мы взяли. Ставим их на плиту. Куда? Видели, как это проходит вот так через кухню?
Смотрите, какой котел варится. Что же за зелье там будет? Собственно, у нас такой же набор. Собственно, обыкновенные вилки и ножки. Ложки, вилки. Боже, сколько предметов. Просто кошмар. Нам нужно его дополнить. Потому что так он вообще не полный. Там был всего лишь нож и один какой-то предмет еще. Стол. В мусорку, потому что зачем? Надо вот сюда ее поставить. Оп, оп. Оп, оп, оп. В котле не надо варить вилки с ножами. Не надо там, не надо, не надо. Вау. Все открылось. Что происходит? Блин. Я не знаю. Это самый странный лайфхак, который я видела вообще. Вообще самый странный. Не знаю, для чего он нужен, но он для чего-то, видимо, нужен. Может, для нас когда-нибудь дойдет. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока!